В Северной Корее обрушился подземный тоннель для ядерных испытаний. По информации южнокорейских СМИ, погибли 200 человек. 100 рабочих во время строительства и еще столько же, когда пытались спасти первую группу. Два месяца назад КНДР провела на этом полигоне очередное ядерное испытание. Британские журналисты считают, именно это ослабило горные массивы и привело к обвалу.